Итак, партнеры, клиенты, друзья, меня зовут Тимур, и я ваш ведущий на сегодняшнем вебинаре. Мы рады приветствовать вас на совместном вебинаре компании Delacon и Cargill по теме «Продуктивное птицеводство без антибиотиков. Роль фитогеников». Компании Cargill и Delacon являются стратегическими партнерами, и вместе мы работаем над созданием инновационных технологий для птицеводческих предприятий. Сегодня мы поделимся с вами ключевыми моментами, которые помогут справиться с проблемами кормления и здоровья кишечника птицы при отказе от кормовых антибиотиков. На вебинаре будут представлены предварительно записанные презентации, после которых будет онлайн-сессия вопросов и ответов с нашими докладчиками. Пожалуйста, обратите внимание, что микрофоны всех участников будут отключены. Мы будем рады вашим мнениям, отзывам и вопросам во время сессии вопросов и ответов после презентации. Мы постараемся ответить на все из них. Но если нам не хватит времени, вы сможете направить свои вопросы на электронную почту, и мы вернемся с ответом как можно скорее. Итак, давайте посмотрим на нашу программу на сегодня. Нашим первым докладчиком будет Владимир Минков, ведущий ветеринарный врач компании Cargill с презентацией на тему «Отказ от антибиотиков в кормлении птицы. Доступные варианты замены». Следующая презентация будет представлена Ильей Афанасьевым, региональным техническим менеджером по России и Беларуси компании Delacon на тему BioStrong Forte – прибыльное производство бройлеров в сложных условиях. Затем мы проведем прямую трансляцию вопросов и ответов с нашими спикерами, чтобы ответить на все ваши вопросы. Для вопросов вы можете воспользоваться чатом. Пожалуйста, не стесняйтесь писать на свои вопросы, и мы ответим на них во время прямой сессии. Итак, давайте начнем с нашей первой презентации, которую представит Владимир Минков. Владимир закончил Рязанскую государственную сельскохозяйственную академию, факультет ветеринарной медицины по специальности ветврача. Владимир имеет 10-летний опыт работы ветврачом на бройлерном предприятии, ветеринарным специалистом в международной ветеринарной компании и более 5 лет опыта в Cargill на позиции ведущего ветеринарного врача. Владимир, вам слово. Всем доброе утро. Небольшая ошибочка. 10-летний опыт работы в ветеринарной компании, не на бройлерном предприятии. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодняшняя тема настолько актуальна, настолько избита. То есть мы поговорим про причины использования антибиотиков, почему мы вынуждены от них отказываться и каковы у нас доступные варианты замены по антибиотикам. Прежде чем обо всем поговорить в этой избитой теме, как я уже сказал, мы поговорим про базовое понятие, что такое, в принципе, антибиотик-фри. Итак, давайте поговорим про то, что такое антибиотик-фри. Потому что если смотреть, скажем так, ориентироваться на мнение обывателей, для многих антибиотик-фри – это абсолютно не использование антибиотиков вообще нигде, ни в кормлении, ни в лечении и так далее. Но это не так. Базовая программа антибиотик-фри – заключается в том, что не используются антибиотики, которые используют для лечения людей. Второй вариант программы антибиотик-фри, когда не используют вообще никаких антибиотиков, которые используются в человеческой медицине, за исключением там нескольких ионофоров разрешенных. Третья наиболее распространенная программа антибиотик-фри, когда не используется никаких кормовых лечебных антибиотиков, используется только пара ионофоров. Данная программа характерна для Соединенных Штатов Америки. Четвертый вид наиболее распространенной антибиотик-фри программы, так называемая No Antibiotics Ever, веганские рецептуры без антибиотиков, но с использованием ионофоров, которые разрешены государственными органами. И пятая, так называемая система органик, свободный выгул, счастливая птица, бесклеточное содержание, веганские рецептуры, антибиотики, коксидиостатики полностью запрещены. Но мы же понимаем, что птица, которая по системе органик выращена, может стоить дороже, чем хороший кусок говяжьего стейка. И, скажем, много народу говорят о том, что хотели бы кушать органик мясо, но не каждый готов за это платить сильно дорого. К сожалению, это так. Почему птицеводство отказывается от антибиотиков? Всемирная организация здравоохранения достаточно давно говорит о том, что резистентность к антибиотикам является одной из основных проблем 21 века. Это действительно так.
Соответственно, государственные органы, регулирующие органы берут и в этом отношении закручивают гайки. Каким образом? Они запрещают к использованию те или иные антибиотики. Они усиливают программы по тестированию мяса на остаточное количество антибиотиков. И это вполне оправдано, потому что мы, как потребители, хотим кушать мясо без антибиотиков, и это нормально. При этом, если брать такие крупные игроки на рынке фастфуда, такие как Макдональдс, Subway, Walmart, тот же самый Cargill, эти компании уже давно предоставляют требования поставщикам к тому, чтобы мясо было гарантировано чистым, без антибиотиков. Если вернуться к данным Всемирной организации здравоохранения, то известно следующее, что уже в 2019 году, по самым скромным подсчетам, порядка 1 200 000 человек по всему миру умерли из-за того, что антибиотики не работают. И по тем же самым скромным просчетам, к 2050 году более 10 миллионов людей будут погибать от того, что антибиотики не действуют. Если говорить про текущие реальные, уже сейчас банальную пневмонию, бактериальную пневмонию не может вылечить первый или второй вид антибиотика, и врачам приходится использовать уже и третий, и четвертый вид антибиотиков для того, чтобы победить болезнь, и человек жил полноценно. Такие примеры есть из жизни. Что происходит в России? Каковы имеются ограничительные акты или законы со стороны государства? Во-первых, вводятся определенные ограничения на уровне областей. Например, указ от августа 2017 года про использование препаратов группы А в Белгородской области, который исключает использование так называемых тяжелых антибиотиков, которые выводятся слишком длительное время из организма птицы и так далее. Принята стратегия по предупреждению антимикробной резистентности в России период до 2030 года, так называемый указ за номером 604, который был принят еще в марте 2019 года. Что происходило дальше? Дальше за 2020-2021 год все эти нормы введения немножко притормозились, и это вполне понятно, потому что было ковидное время, и, скажем так, было немножко не до этого. Но, тем не менее, государственные органы вводят большое количество тестов на определение остаточного количества антибиотиков. И, в конце концов, буквально недавно, в декабре 2021 года, подписывается новый закон о ветеринарии и закон, который будет регулировать применение антибиотиков-стимуляторов роста в кормлении. То есть теперь кормовым компаниям, прежде чем использовать какой-либо антибиотик-стимулятор роста или же антипаразитарные препараты, как мы понимаем, это как цитиостатики, необходимо будет выписывать специальный рецепт. Как этот рецепт выглядит, пока никто не знает. Кто его конкретно будет выписываться, тоже неизвестно. Как быстро эти рецепты будут вводиться в производство и выписываться, тоже не знаем. И здесь возникают определенные трудности. Закон вступит в силу 1 марта 2023 года. При этом закон нацелен на то, чтобы регулировать использование антибиотиков-стимуляторов роста не только в кормлении. В принципе, кормовая компания, кроме специфических препаратов против некротического энтерита, против кластридии перфрингенс, ничего и не используют в подавляющем большинстве случаев. И когда люди говорят за антибиотики стимулятора роста, имеется в виду именно тот специфический препарат, который люди используют в кормах для того, чтобы победить кластридию перфрингенс. При этом, если мы говорим за лечебные антибиотики, то в 99% случаев они вводятся на птицефабрике с водой через медикатор. И с точки зрения производителя здесь такая двоякая ситуация. С одной стороны, дополнительный контроль через кормление. С другой стороны, также должен быть параллельно введен контроль за использованием лечебных антибиотиков. Скажем так, ближайший год, может быть, чуть больше, нам покажет, как это все будет происходить. Основные опасения вызывает, скажем так, отсутствие понимания, как будут выписываться рецепты, кем они будут выписываться и как быстро, например, будут меняться те же самые коксидиостатики в кормах, если все это будет проходить через рецепторы, прошу прощения, и различные требования. Поэтому закон есть, вступит в силу 1 марта, а как он будет работать, поймем в течение этого года. Примерно так это выглядит. Если говорить за антибиотикорезистентность
В целом, то часть препаратов в птицеводческой отрасли в принципе уже не работает. И если когда-то мы воспринимали антибиотикорезистентность как что-то, скажем так, далекое, которое пока до нас дойдет, мы еще раскачаемся, то посмотрите на следующие данные. Это исследование сделала международная ветеринарная компания. Исследование проходило в 2017, 2018, 2019 году. И сделано более 1100 тестов. Исходя из этих тестов, выделены эшерихи и коли 74%. И вот эти 74% эшерихи и коли исследовалось на чувствительность к антибиотикам. И каково было наблюдение? Неполная чувствительность к антибиотику сохранилась только там, где антибиотик или не всасывается в желудочно-кишечном тракте, или плохо растворяется в воде. То есть банально просто не доходит до птицы. Это наша реалия. То есть в реалиях антибиотики уже не действуют. И если посмотреть на наш 2022 год, то с 2017-2019 года, я убежден, ситуация лучше не стала. Каковы же основные причины, при которых мы используем антибиотики? У нас есть четыре базовые вещи под названием биобезопасность, менеджмент, вакцинация и кормление. Очевидно, что любые ошибки в данных составляющих будут провоцировать бактериальные инфекции, против которых мы и используем антибиотики. Само собой, производитель не хочет терпеть убытки. Зачем этому ему нужно? У него есть в его портфолио возможность использования антибиотика, он его и использует. А потребитель хочет чистое мясо. Вот она получается, скажем так, вопрос про между двух тисков зажат. Все очень просто. Если мы не хотим использовать антибиотик, не используйте его. Но все мы боимся последствий. Все мы боимся последствий того, что если антибиотик не использовать, мы утонем в бактериальных инфекциях, будут убытки и так далее. Соответственно, себестоимость продукции будет достаточно высокой, а потребитель у нас, как всегда, хочет чего? Хочет чистого мяса, ну, практически бесплатно или за минимальную стоимость. Поэтому и необходимо здесь найти золотую середину. Золотую середину между производством и потребителем. Итак, вернемся к причинам использования антибиотиков. В подавляющем большинстве случаев антибиотики используются в первые сутки выращивания. И все это связано с чем? В первую очередь связано с санитарией, как в инкубаторе, так и в птичнике. В технологии выращивания, то есть если отсутствует система пустозанята, накопление различных бактерий на производстве таково, что могут возникать бактериальные инфекции с раннего возраста. Если у нас грязное яйцо на родительском стадии, мы понимаем, что часть бактерий будет приходить с яйцом от родстада к потомству. Все это будут создавать условия, при которых часть птицы может выдыхать в раннем возрасте. Поэтому в 90% случаев мы видим, что на 3 дня, редко до 5 дней, антибиотики все-таки на птицефабрике используются. Как видим на фотографии, на верхней фотографии, остаток помета от предыдущего тура выращивания птицы. Очевидно, создаются все условия для того, чтобы бактерии перешли на молодых цыплят. Внизу видим грязное яйцо. Если вернемся к последующим вариантам использования антибиотиков, то, как правило, они используются на 3-4 неделе выращивания птицы. И причин их использования достаточно много. Это может быть реакция на вакцины. Это могут быть трудности с микроклиматом на уровне перепадов температуры и сквозняков. Это могут быть легкие респираторные инфекции. Это могут быть по причине хромоты птицы. И самая распространенная причина в России – это когда антибиотик используется на всякий случай. Я иногда рассказываю нашим иностранным коллегам о том, что бывают ситуации, когда используется антибиотик на всякий случай. И, скажем так, это вызывает иногда улыбку. Но на самом деле такой смех сквозь слезы. Антибиотик начали давать по причине какой-либо проблемы. Проблема ушла или с ней вообще не стали разбираться, но антибиотик по-прежнему дают на всякий случай. При этом отменить его боятся, а вдруг проблема опять вернется. Надо помнить о том, что антибиотик дается для того, чтобы временно выровнять ситуацию и найти причину того, почему пришлось дать этот антибиотик. Если дача антибиотика носит системный характер лечебного антибиотика, то это приводит к определенным трудностям в дальнейшем, стратегическим трудностям. Один пример из практики.
предприятие после определенного простоя, то есть примерно там год или два не выращивалось птицы. Легкая минимальная реконструкция запускает птицеводство, показатели хорошие, то есть хороший уровень сохранности на уровне 96%, достаточно хорошая среднесуточная привес, конверсия корма, и, казалось бы, все нормально. Но из 40 дней выращивания птицы, 15-17 дней птицы кушают антибиотик. То есть фактически каждый второй день кушает птичка антибиотик и в дальнейшем живет. На вопрос специалистам фабрики, зачем вы это делаете, ответ был потрясающим. Первое, на всякий случай, я уже озвучивал. Второе, боимся отменить. И третье, а вдруг мы отменим, станет хуже, и руководство предприятия мне надает по шапке. Ну, такой вот момент. Со временем появлялись поствакцинальные реакции, была субклиника коксидиоза. Данные трудности решались со временем, достаточно успешно и оперативно, но антибиотик все равно давали. Вот представьте, что в таком режиме предприятие прожило практически 2 года. Что случилось через 2 года? Через 2 года был жесткий тепловой стресс, сильное переохлаждение птицы. Возникла на этом фоне бактериальная инфекция, и были все условия для того, чтобы именно дать антибиотик, чтобы спасти предприятие, чтобы не было сверхбольших убытков. Но ранее давали гентамицин, колистин, энрофлоксацин, хлорфеникол, амоксициллин, энроколистин, доксициклин и ряд других антибиотиков. Ничто из этого уже не работало. Это был серьезный стратегический просчет. То есть, когда антибиотики давать не надо было, их давали. Опять же, лечебные, не кормовые. А когда их надо было дать, они уже не работали. И, уверяю вас, убытков было гораздо больше, чем если бы они убрали антибиотиков до этого. Вот после того, как часть поголовья, во-первых, потеряли из-за смертности, во-вторых, потеряли привязь. Вернемся дальше. Еще одна наиболее распространенная причина использования антибиотиков – это поствакцинальная реакция. Поэтому здесь такой интересный момент. С одной стороны, возникает поствакцинальная реакция. И, казалось бы, нужно найти причину возникновения этой поствакцинальной реакции. Но у нас любят дать антибиотик и закрыть глаза на поствакцинальную реакцию. Частый пример, который привожу при общении с коллегами. То есть получается, что мы каждый день проходим через дверной проем, царапаемся от какой-то торчащей гвоздь, и вместо того, чтобы этот гвоздь выдернуть, мы каждый раз ищем новый пластырь, наиболее эффективный, чтобы побыстрее эта ранка у нас зажила. Немножко по-другому нужно смотреть на ситуацию. Вернемся к перспективам в условиях запрета использования антибиотиков. С данным исследованием примерно год назад мы уже знакомили своих клиентов. Исследование проведено в AD Global Media и опубликовано в апреле 2021 года. В нем приняли участие порядка 560 специалистов по всему миру в птицеводческой отрасли. Это и кормленцы, и ветеринары, и технологи, и директора предприятий, и специалисты по контролю готовой продукции. То есть достаточно обширная аудитория. Ну так вот, 38% опрошенных считают, что основная проблема в случае отмены антибиотиков стимуляторов роста – это непосредственно составление программ вакцинации и непосредственно стоимость кормов. Опять же, здесь хочу сказать, не надо путать антибиотики стимуляторов роста с лечебными антибиотиками, которые даются через медикатор. В нашем случае речь идет больше о специфических антибиотиках, которые используются против кластридии перфрингенс, против некротического энтерита. Из всех опрошенных примерно четверть, 24% уже говорят о том, что они используют 100% кормов без антибиотиков. Когда людей спросили, а какие же у вас были трудности, когда вы убрали стимуляторы роста, так называемые АСР, антибиотики стимуляторов роста, 40% сразу сказали, нестабильный результат производства. 36% при использовании различных альтернатив. 36% сказали, что не нравится стоимость различных кормовых добавок. 26% сразу сказали, что они испытывают определенные потери сразу же. А 25% честно сказали о том, что им на предприятии трудно что-либо поменять или ввести что-то новое. Ну, достаточно злободневные вопросы. Если обратиться к здоровью птицы и спросить, какие именно были вопросы по здоровью птицы, то напрямую 55% случаев указано некротический энтерит. 49% коксидиоз. Ну и наша любимая вторичная инфекция – колибактериоз. В подавляющем большинстве случаев колибактериоз вторичен, то есть возникает на фоне каких-либо других проблем.
И вполне очевидно, что на фоне некротического энтерита, кокцидиоза, мы можем увидеть колебактериоз. 73% опрошенных участников еще год назад честно сказали о том, что они уже пробуют что-то использовать в кормлении, различные кормовые добавки для того, чтобы найти альтернативу. Из всех опрошенных 81% считает, что самая лучшая замена АСР – это органические кислоты. 65% считает, что эфирные масла плюс фитогеники лучше всего. Итак. Если посмотреть на перспективы, наши перспективы российские, что мы сейчас видим? Мы видим, что большая часть антибиотиков не работает или слабо работает. Уже высокий уровень резистентности у таких бактерий, как Escherichia coli, Salmonella и другие. Будет появляться и уже появляется большое количество требований со стороны контрольных органов, а наши контрольные органы отличаются своей категоричностью. То есть если Salmonella не должно быть, то и вообще нигде не должно быть, везде по нулям. Мы понимаем, что с практической точки зрения абсолютного нуля по Salmonella добиться достаточно сложно. И мы понимаем, что у нас есть в портфолио в нашем, скажем так, эффективные варианты замены антибиотиков стимуляторов роста, такие как органические кислоты, пребиотики, пробиотики, фитогеники, эфирные масла и так далее. Понятно становится, что если мы будем работать в условиях абсолютного запрета антибиотиков, стимуляторов роста, а также жесткого ограничения лечебных антибиотиков, нам придется переходить на другие технологии выращивания птицы. То есть не переуплотнять птицу, все-таки стремиться к системе пустозанятой. Будут определенные изменения в стратегии кормления и вакцинации птицы. Пока, как и год назад, в текущих наших российских реалиях абсолютно отказаться от всех антибиотиков, имеется в виду и стимуляторов роста, и лечебных антибиотиков, пока невозможно. Но как минимум стремиться к этому нужно. Когда мы занимались вопросом работы в условиях отказа от антибиотиков, какие есть альтернативы с точки зрения замены антибиотиков стимуляторов роста, так называемых специфических препаратов против некротического энтерита, мы перерыли большое количество литературы и нашли очень интересный опыт. Я с ним дам небольшой краткий обзор по нему. Еще в 2010 году Тимбермонт и другие исследовали следующую ситуацию. То есть люди брали бройлерную птицу. В одном случае рацион был с бутератами, в другом случае с эфирными маслами, в третьем случае бутераты плюс жирные кислоты и четвертый бутераты, жирные кислоты, эфирные масла. Птицу с 19 по 22 день заражали патогенной Clostridia perfringens, которая на птице гарантированно вызывала определенные изменения, характерные для некротического энтерита. Само собой, позитивный, отрицательный контроль был. И в возрасте 23, 24 и 25 дней оценивали повреждения у птицы. Как оказалось, все препараты используемые, я имею в виду и эфирные масла, и бутераты, и жирные кислоты, все они работают в определенной степени против некротического энтерита. Но комплексный препарат бутераты, жирные кислоты, эфирные масла в данном опыте еще в 2010 году проявили себя самым лучшим образом. Сегодня мой коллега расскажет вам про один комплексный препарат, который также прекрасно себя проявляет в работе не только против некротического энтерита, но и ряда других бактериальных инфекций. Поэтому за сим я свой доклад закончу и передам слово коллегам. Спасибо. Спасибо большое, Владимир. Очень интересная презентация. Прежде чем перейдем к следующей части, у меня есть к вам просьба, наши участники. Пожалуйста, пройдите опрос, который сейчас появится на ваших экранах. Это очень важно для нас. Пока мы проходим опрос, я вкратце напомню, что Владимир является ведущим ветеринарным специалистом в компании Cargill. У него очень богатый опыт работы как на птицефабрике, так и в медицинских, в смысле не медицинских, а ветеринарных, извиняюсь, компаниях. И в Cargill, соответственно, он сейчас занимает позицию ведущего ветеринарного врача и посещает большое количество предприятий.
Так, вы сейчас должны увидеть опрос на ваших экранах в чате. Соответственно, первый вопрос. Используются ли на вашем предприятии антибиотики? Да. Используются кормовые, системные или не используются совсем? Вкратце напомню, что кормовые – это те, которые используются как стимуляторы роста, а лечебные – это те, которые используются для лечения тех или иных заболеваний. То есть те, которые всасываются в ЖКТ и во все остальные органы ткани. Кормовые, в свою очередь, всасываются очень незначительно либо не всасываются совсем. Давайте подождем еще пару минут, чтобы все могли ответить. Спасибо большое, коллеги. Давайте посмотрим на ответы. Итак, 30% у нас не используют, 10% используют только лечебные, 60% используют как лечебные, так и кормовые. То есть, как мы видим, сейчас среди наших участников большинство предприятий, соответственно, используют кормовые антибиотики и лечебные одновременно. Спасибо большое за ответы. Теперь у нас есть еще один вопрос. Сейчас он также появится на ваших экранах. Пожалуйста, ответьте на него. Итак, вопрос. Планирует ли ваше предприятие отказаться от использования кормовых антибиотиков в ближайшие 5 лет, если ограничения не будут приняты на законодательном уровне? Да, нет, или планируем снизить долю антибиотиков, не отказываясь от них совсем? Отлично. Еще буквально несколько секунд. Итак, 20% у нас планируют, 30% не планируют и 55% планируют снизить, но не отказываются совсем. Отлично. Спасибо большое, коллеги, за ваши ответы. Теперь позвольте мне представить следующего докладчика, Илью Афанасьева. Илья закончил Уральскую государственную сельскохозяйственную академию, факультет ветеринарной медицины по специальности ветврача. До прихода в Дуакон Илья работал техническим менеджером по продажам в Одиссео, Россия с 2014 года, а до этого 5 лет работал в Иланка Россия в качестве технического менеджера по птицеводству. Илья обладает глубоким знанием российского рынка кормовых добавок, а также крупной сетью российских клиентов. Итак, Илья, вам слово. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Большое спасибо Владимиру за краткое представление использования и контроля использования кормовых антибиотиков. Я рад представить вашему вниманию продукт Biostron Forte. Расскажу о нем немножко побольше. Хочу представить вам компанию Delacon. То есть четвертый десяток лет компания присутствует на рынке. Изначально идея и приверженность компании к идее фитогеников. По определению фитогеников я вам расскажу чуть позже. Глобальное продвижение и присутствие в более 80 странах. Основной офис и производственный комплекс находятся в Австрии. У нас более 130 сотрудников в порядка 32 странах мира. Интересная информация о том, что мы наблюдаем достаточно устойчивый ежегодный рост, чем объясняется повышенный спрос к направлению фитогеников. Также компания инвестирует порядка 10% от своего оборота в инновации, поиск новых готовых решений и поддержание старых продуктов на рынке. И у компании есть свой производственный испытательный центр, где этот испытательный центр является по оценкам экспертов одним из самых современных в Европейском Союзе. Давайте тогда я вам расскажу немножко больше о определении фитогеников и что они из себя представляют.
Фитогеники – это достаточно стандартизированные, специфические, научно обоснованные комбинации биологически активных соединений. В основном используются экстракты растений с доказанной эффективностью и устойчивым воздействием на животных, окружающую среду, людей. То есть на данном рисунке вы можете видеть порядка 7 различных групп направления фитогеников, одна из которых наиболее часто используется, это, конечно же, эфирные масла, но прошу заметить, что это не единственная группа. В составе нашего портфеля есть также и сапонины, флавоноиды, растительные слизи, танины, острые и горькие вещества. Ну, также постепенно мы добавляем дополнительные группы, в частности, полифенолы – это растительные антиоксиданты. То есть в этом направлении компания движется и развивается. Интересная информация о том, что комбинация этих различных групп дает максимально качественные, хорошие результаты на улучшение продуктивности. Хотел бы также акцентировать свое внимание по поводу стандартизации. Дело в том, что фитогеники должны быть действительно стандартизированы. Объясню почему. Дело в том, что при использовании такого, допустим, субстрата, как сапонины, которые тоже достаточно часто используются, в составе этого экстракта входит порядка 600 различных активных компонентов. В зависимости от фазы вегетации, времени года, суток, мы получаем разное количество тех или иных активных компонентов. Поэтому контроль входящего сырья и контроль выращивания различных ингредиентов жизненно необходим для того, чтобы получать стабильно эффективные показатели. Но хочу заметить, что эфирные масла, которые используются в составе наших продуктов, точно так же имеют технологию микроэнкапсуляции, позволяющую защитить активное вещество от теплового обработки, дальнейшего хранения, чтобы не снижалось активное количество активных ингредиентов. Владимир уже сделал акцент на опыте использования в различных странах снижения использования кормовых антибиотиков. Я хотел сделать определенную ремарку по использованию антибиотиков в Нидерландах. Этот опыт, возможно, уже вам знаком. То есть при отмене в 2006 году кормовых антибиотиков увидели активный тренд на увеличение использования терапевтических антибиотиков, то есть через воду, увидели его стабильный рост. В дальнейшем при использовании антибиотиков через воду компании-производители подстроились, адаптировались в процесс производства. Это нужно делать, конечно же, системно. И в дальнейшем наблюдается тенденция, тренд по снижению использования даже тех же самых терапевтических антибиотиков. Я думаю, что сценарий после запрета использования кормовых антибиотиков и ограничений терапевтических антибиотиков в России, возможно, будет схож с этим сценарием. То есть есть определенная фаза переходная, трансформация, адаптация процесса производства, и, конечно же, к этому надо подходить системно. Еще одну информацию хотел бы вам рассказать по поводу потерь, которые производители могут понести, если отказаться от использования кормовых антибиотиков. В частности, в данном исследовании «Кардинал» и соавторы в 2019 году опубликовано 87 различных испытаний. Данные статистического анализа при производстве бройлеров, мяса бройлеров с использованием антибиотиков, стимуляторов роста и без них. Среднесуточный привес по среднее выращивание до 42 дней, среднесуточный привес в сравнении с
использованием кормовых антибиотиков и без составляет разницу 2 грамма среднесуточного привеса. По конверсии мы видим еще большее различие. То есть использование кормовых антибиотиков дает нам значительное снижение коэффициента конверсии, порядка 6 пунктов. Тем самым мы видим определенные потери от использования, невозможности использования кормовых антибиотиков. В чем заключается и потери? Это примерно 4 евроцента на бройлера в год. Если мы пересчитаем на 25 миллионов бройлеров в течение года, мы можем получить сумму 1 миллион долларов или примерно 80 миллионов рублей потери. Поэтому, конечно же, не мудрено, что компании-производители в случае ограничения использования кормовых антибиотиков либо уже ищут альтернативные варианты, либо уже и используют или тестируют, или будут тестировать альтернативные программы. Давайте тогда перейдем к непосредственно самому продукту и нашему решению. Это продукт Biostrong Forte. Я расскажу о его составе, о механизме действия Biostrong Forte, различных опытах, данных опытные и полевые испытания. Также в конце своей презентации будет заключение и рекомендации применения на различных видах птиц. В качестве решения мы предлагаем Biostrong Forte. Его состав вы можете увидеть на следующем слайде. В состав продукта Biostrong Forte входят среднецепочечные жирные кислоты и короткоцепочечные жирные кислоты, эфирные масла микроэнкапсулированные, горькие вещества, острые вещества и сапонины. Краткий механизм действия и активности активных компонентов вы можете увидеть слева, то есть это большей части усиленная секреция пищеварительных соков, усиленная секреция желчных кислот, повышенное усвоение питательных веществ, а также улучшенный транспорт питательных веществ, усвоение, снижение производства аммиака, увеличенная, улучшенная структура ворсинок, связанная с короткоцепочечными жирными кислотами. И, конечно же, наиболее интересный механизм действия – это антибактериальные действия грамм-положительные и грамм-отрицательные, на грамм-положительные и грамм-отрицательные бактерии. На этом слайде вы увидите визуализацию всех основных четырех механизмов действия. Как я уже сказал, улучшена усвояемость за счет отделения эндогенных ферментов, стимуляторов, переносчиков питательных веществ, о них мы чуть позже поговорим. За счет улучшенной усвояемости и переваримости мы имеем меньше остатков питательных веществ в толстом отделе кишечника. Тем самым мы контролируем рост и развитие патогенных бактерий. Второй механизм действия, но не менее важный, это подавление чувства кворума. Чувство кворума – это определенная коммуникация между бактериями. О ней я более подробно расскажу чуть позже. Но это также влияет на развитие патогенной микрофлоры. Следующий механизм действия – это улучшенная структура ворсинок и в целом целостность кишечника или здоровье кишечника. В качестве хорошего источника энергии для роста и развития ворсинок выбран был продукт бутерат кальция для, с доказанным действием на рисунок и размер ворсинок, увеличивает поверхность всасывания и в целом также действует на целостность кишечника и здоровье кишечника. Ну и четвертый, но не менее важный механизм действия – это антибактериальное действие, заложенное в состав компонентами в виде среднецепочечных жирных кислот, которые сдерживают рост бактерий и в целом влияет на улучшение здоровья кишечника. Давайте обсудим каждый из механизмов действия. Первый, один из первых механизмов действия – это
улучшенная усвояемость. На данном слайде вы можете увидеть выдержки из азиатских институтов, проведенные на контрольном и опытном рационе. В опытном рационе был добавлен Биостронг Форте, что дает нам понимание о повышенной активности и отделении пищеварительных ферментов, в частности пепсина и амилазы, выделяемые ферментами поджелудочной железы. Во втором опыте ферменты щелочной каемки, сахараза и мальтаза. Тем самым мы имеем более эффективное переваривание за счет качественного и количественного отделения ферментов эндогенных. Тем самым, повторюсь, у нас меньше питательных веществ попадает в толстый отдел кишечника для развития патогенной микрофлоры в том числе. Вы все знаете, в первую очередь для процесса пищеварения это переваривание являются ферменты. Второе – это транспорт питательных веществ. О нем мы и как раз и поговорим. Фитогеники увеличивают транспорт D и 3 пептидов. Пептидный транспортер называется ПЕПТ-1. Количество этих транспортеров при использовании фитогениках увеличивается. И мы это можем увидеть на определенном графике. То есть в контроле исследования 2017 года контроль использовался без фитогеников, и уровень переваримого протеина, переваримости составлял 80,8. Если мы добавляли в состав комбикорма дополнительные эфирные масла, мы получали увеличение переваримости сырого протеина до 83,1%. Еще один опыт параллельно – это использование сапонинов. Они также увеличивают перевариваемость сырого протеина. Но самые интересные данные были получены при использовании эфирных масел и сапонинов совместно. То есть максимально результаты по перевариваемости сырого протеина получили 84%. То есть эффективно использовать именно комбинацию эфирных масел с сапонинами. Следующий механизм действия – это снижение бактериальной патогенности или подавление чувства кворума. То есть чувство кворума – это коммуникация между бактериальными клетками, обмен информацией о плотности клеток. Обычно это химическая реакция, то есть дает невозможность бактериям коммуницировать, тем самым проявлять свою максимальную патогенность. В частности, в данном случае мы говорим о том, что совместно определенные энергетически затратные процессы для бактерий гораздо проще осуществлять, чем в раздельности. Это первый момент, на который стоит обратить внимание. И также чувство кворума может возникать как внутри одного вида бактерий, так и между разными видами. Это говорит о том, что комбинация различных бактерий также может обладать определенным чувством кворума. Для того, чтобы контролировать чувство кворума, мы рассмотрим на примере такой бактерии, как Clostridia perfringens. Как было уже сказано ранее, происходит определенная химическая реакция и коммуникация между бактериями. То есть бактерии начинают, в общем-то, общаться друг с другом. Достигается определенного плотности количества бактериальных клеток, и количество их увеличивается, и они постепенно начинают производить определенные виды токсинов, в частности, альфа-токсин, и становятся более патогенными. То есть чем больше бактерий, тем более патогенные они становятся, и тем больше урон они могут нанести на организму хозяина. Фитогенные компоненты в составе продукта Биострон Форте, они не убивают бактерии в частности, но они снижают вот эффект коммуникации, так называемое подавление чувства кворума или ингибиция чувства кворума. Тем самым это приводит к разобщению, снижению роста бактерий и снижению образования бактериальных токсинов. Тем самым то же самое инфекционное состояние, оно облегчается. Еще один из интересных примеров, есть определенная публикация, что
при использовании фитогенных добавок на бактерии, которые развили резистентность тому или иному антибиотику, при совместном использовании можно наблюдать повышенный эффект антибиотика к этой бактерии. То есть, если определенная резистентность бактерии уже развилась на антибиотика, за счет вот снижения чувства кворума у нас создается такой эффект, что антибиотик более качественно и интенсивно действует на подавление роста этих бактерий. Следующий механизм действия – это улучшение структуры кишечника, ворсинок кишечника за счет действия бутирата кальция. В данном исследовании использовался бутират кальция и его влияние в первые 15 дней жизни на ворсинки кишечника. Здесь на графике вы можете увидеть, что высота ворсинок в районе макродивертикула увеличивается примерно на 35%, чуть больше. А в районе среднего отдела подвздошной кишки мы видим увеличение до 26% по сравнению с контролем. То есть высота ворсинок гораздо выше, и их количество в том числе увеличивается. Здесь на рисунке, на фотографии с гистологического среза вы можете увидеть контроль и опыт. То есть опыт бутерат кальция, в контроле вы видите, что целостность кишечника тут достаточно нарушена. На данной фотографии вы видите достаточно целый кишечник, высота роста ворсинок на достаточном уровне, и их количество тоже порядком больше. Это говорит о том, что высокая всасываемая способность, адсорбция определенных нутриентов, ну и невозможности части бактерий прикрепиться к стенкам кишечника и развить свою патогенность в том числе. Давайте теперь поговорим о среднецепочечных жирных кислотах. В основном производители используют капроновые, каприловые, каприковые и лауриновые кислоты. Основной механизм действия – это антибактериальная активность. Их можно сравнивать с действиями антибиотика. По механизму действия буквально пару слов. Внутрь клетки проникает диссоциированная среднецепочечная жирная кислота, диссоциирует там и снижает pH этой клетки. С этим снижением pH клетка пытается бороться, высвобождает определенную энергию, тем самым в дальнейшем происходит ингибиция или гибель клетки. Также среднецепочечные жирные кислоты, они действуют на производство фермента липаза патогенной бактериальной клеткой. Липаза, она является одним из механизмов действия прикрепления бактериальной клетки к стенках эпителия. Тем самым мы профилактируем прикрепление к стенкам кишечника, и происходит экстракция этой клетки без дальнейшего патогенного действия на организм хозяина. Следующий слайд вы можете увидеть — бактериальная активность среднецепочечных жирных кислот. По данным автора, в 2006 году опубликованы такие бактерии, как кишечная палочка, три вида сальмонелл и кластридия перфрингенс. Различные виды среднецепочечных жирных кислот действуют на разные виды бактерий по-разному. С8 действует, в принципе, на все виды бактерий, но на данной таблице указана минимальная ингибирующая концентрация, то есть чем меньше цифра на графике, тем более активным является та или иная кислота в отношении той или иной бактерии. И использование комбинации различных жирных, среднецепочечных жирных кислот является наиболее оптимальным, потому что мы закрываем вопрос с кластридией перфрингенс, если используем С12, С13 среднецепочечные жирные кислоты. Также в комбинации с другими среднецепочечными кислотами мы профилактируем проблемы с кишечной палочкой и сальмонеллами. В целом, комбинированный эффект гораздо более выражен.
Давайте тогда перейдем к самому продукту BioStrongForte и данным по опытам. В данной таблице вы можете ознакомиться с местоположением опытов. Они были в Нидерландах, США, Колумбии, США, Нидерланды, Аргентина. Здесь индивидуальный номер опыта и протокол опыта, который у нас имеется, различный кросс птиц, который использовался во время опыта, возраст, до которого было использовано те или иные опыты, и было или не было заражения, и какой вид заражения. В частности, в основном это некротический энтерит, который нас наиболее интересует, это кластридия перфрингенс, а также заражение эмири или коксидиоза. И данные, была ли применена дополнительная терапия или применение кормовых антибиотиков и коксидиостатиков и так далее. На следующем слайде вы можете увидеть определенную выдержку из продуктивности, которую мы получили по группе BioStrongForte в сравнении с контролем. Из этих же опытов мы получили достаточно хорошее увеличение по живой массе. На втором графике вы можете увидеть сравнение BioStrongForte с контролем по снижению коэффициента конверсии. Есть и даже запредельные цифры. Это связано с очень высоким заражением кластридии перфрингенс, в том числе, и за счет этого получены очень низкие результаты по коэффициенту конверсии. Давайте тогда будем рассматривать опыты в отдельности. Начнем с опыта, сравнительного опыта при использовании с кормовыми антибиотиками. Первый опыт я взял, это улучшение продуктивности в сравнении с использованием авиламицина. Произведен был в Колумбии в Институте птицеводства КРОС РОС 308. До использования было до 42 дней выращивания. Основа рациона – это кукуруза и соя. Заражение было в первый нулевой день, это вакцинация при помощи продукта Коксивак-Б. Дальнейшее заражение для получения клиники кластридии перфрингенс или некротического энтерита на 19, 20 и 21 день. Было произведено 10 повторений по 30 голов в повторении. За счет этого мы получили статистически достоверную информацию. Первой группы использовалась в качестве положительного контроля. Это рацион с использованием авиламицина по рекомендованной дозировке. Вторая группа BioStrongForte 1 кг на тонну комбикорма. Что мы получили? По коэффициенту конверсии корма снижение на 1,3 пункта по сравнению с авиламицином. То есть оранжевый это у нас BioStrongForte, серый это авиламицин. По живой массе мы получили дополнительно 125 грамм, что является очень хорошим результатом. Следующий опыт, который мне хотелось бы вам показать, это сравнение программы BioStrongForte с вирджиниамицином. В данном опыте проводился в научно-исследовательском институте США по птицеводству. КОП-500 генетика, до 49 дней выращивания, рацион кукуруза-соя. Также происходила вакцинация от коксидиоза, чтобы профилактировать это заболевание и дать возможность развиться некротическому энтериту. И заражение некротическим энтеритом или кластридией перфрингенс на 19, 20, 21 день. В данном дизайне опыта было 8 повторений. Была отрицательная контроль, группа отрицательного контроля, группа положительного контроля с вирджиниамицином 20 грамм на тонну, группа BioStrongForte и также взята для контроля смесь среднецепочных и короткоцепочных жирных кислот дозировки 4 килограмма. По данным опыта мы получили улучшение живой массы по сравнению с группой положительного контроля вирджиниамицин 23 грамма.
В сравнении с смесью жирных кислот мы получили еще большее увеличение по живой массе. По коэффициенту конверсии на 42-й день мы получили разницу с Virginia Medicine минус практически 3 пункта конверсии, что является хорошим результатом. По сравнению со смесью жирных кислот мы получили улучшение еще больше. Что доказывает, говорит нам о том, что комплексный продукт работает гораздо лучше, чем монопродукты в виде тех же самых среднецепочечных жирных кислот в отдельности. Причем дозировка, если вы помните, составляла 4 килограмма. Следующий опыт мы проводили также в институте США. КОП 500 до 35 дней выращивания, рацион кукуруза-соя, стандартная схема использования Кагцевак Би на нулевой день. Дальше мы происходило заражение, причем на 10-9 колонообразующей единицы на бройлера, на 19-й, 20-й и 21-й день. 8 повторностей, 22 птицы в повторности и несколько групп для сравнения. Первая группа – это отрицательный контроль. Вторая группа – это использование бацитрацина в дозировках 50 грамм на тонну. Третья группа – это использование биостронфорта 1 килограмм на тонну. И также мы сравнивали различные смеси коротко- и среднецепочечных жирных кислот. То есть это коммерческие смеси, которые взяты были с рынка, и мы их также исследовали параллельно. Живой вес. Мы наблюдали незначительное улучшение живого веса по сравнению с бацитрацином, но значительное увеличение живого веса по сравнению с контролем. Порядка 110 грамм, на сравнении с бацитрацином всего 9 грамм. Но мы наблюдали резкое снижение затрат на корма, то есть коэффициент конверсии корма в сравнении с бацитрацином на 5,5 пунктов был ниже. В сравнении с отрицательным контролем мы получили практически 18 пунктов разницу. Как вы видите на этих графиках, смеси коротко- и среднецепочечных жирных кислот, они показали себя хуже, чем биостронг форта. И также на графике по коэффициенту конверсии корма мы видим, что биостронг форта показал значительно лучшие результаты в сравнении с использованием смесей. Ну и, конечно же, я думаю, что вам интересно было посмотреть производственные опыты. Почему в основном мы показываем лабораторные опыты? Это связано с тем, что у нас практически во многих странах ограничено использование в производстве кормовых антибиотиков. Последнее из этого списка использования кормовых антибиотиков в середине прошлого лета ушли китайцы. Сейчас у нас есть буквально несколько стран, в основном это Южная и Центральная Америка, и несколько кормовых антибиотиков разрешены в Северной Америке, ну и не более того. Сейчас количество стран, которые могут использовать кормовые антибиотики, у нас ограничено. Поэтому основная доказательная база связана именно с лабораторными испытаниями и имитацией заражения в лаборатории. Но также у нас есть и производственные опыты. Биостронфорта и производственный опыт. Этот опыт проводил непосредственно сам интегратор Центральной Америки на птице КОП 500. Возраст 35 дней, а основа это кукуруза и соя. Было естественное заражение в промышленных условиях содержания, связанное с тем, что они использовали повторно подстилку. И здесь данные двух птичников, идентичные по условиям содержания, идентичные по кормовой программе и других ветеринарных обработках, примерно по 11 тысяч голов. В первой группе мы использовали в виде контроля этот бацитрацин,
И вторая группа – биостронг форте. При получении положительных данных при этом опыте мы увидели увеличение массы тела достаточно большое, примерно 170-180 грамм разницы в первом опыте. Во втором опыте еще больше. По улучшению коэффициента конверсии мы видели большую разницу в сравнении с бацитроцином в первом и во втором опыте. Второй опыт проводился, чтобы подтвердить данные первого опыта, чтобы исключить, ну, скажем так, случайную вероятность. Второй опыт птица просто выращивалась чуть дольше, до 42 дней. И в этом опыте он по итогам выращивания вы можете увидеть, что среднесуточный привес в целом различался с контрольной опытной группой примерно на 1,7 грамм. И примерно на 3 пункта улучшение коэффициента конверсии корма. В данном случае во втором опыте было использовано гораздо больше птицы. Это примерно 27 тысяч голов в птичниках. Также контроль был бацитроцин. И опытная группа – это, конечно, биостронг форте, который мы использовали. Давайте тогда поговорим о порядке применения и в целом сделаем выводы по этой презентации. То есть мы рекомендуем этот продукт использовать в качестве альтернативной замены кормовых антибиотиков стимуляторов роста в связи с тем, что программа Биострон Форта демонстрирует улучшенную продуктивность в сложных условиях выращивания. Это раз. Второе, сопротивляемость вторичным инфекциям. И, как я уже сказал, разные компоненты, используемые в составе этого продукта, они дополняют действия друг друга и тем самым обладают неким эффектом синергизма. Наши рекомендации по использованию для всех видов птиц Биострон Форте следующие. Использовать Биострон Форте в дозировке 1 кг на тонну комбикорма от посадки до убоя. То есть на всех видах кормах есть возможность использования. Продукт не имеет периода выведения. Вот, продукт нет необходимости ротировать этот продукт в связи с тем, что у бактерий нет возможности развивать какой-то защитный механизм сразу к нескольким механизмам действия этого продукта. Тем самым затруднено производить защитные какие-то механизмы в отношении этого продукта. Следующие рекомендации для производителей, которые хотят сократить инвестиции на нашу программу, это использование Биострон Форте поверх рациона на стартерных кормах. На ростовых кормах у нас есть матрица питательности для Биострон Форте. Мы можем использовать 50% матрицу и использовать на финишных кормах 100% матрицу продукта, что значительно снижает затраты на программу Биострон Форте. Матрица получена из данных порядка 12 различных опытов по переваримости, балансовых опытов. Сведена к средним значениям и является достаточно безопасной. Вот. Использовать ее можно, опять же, чтобы сэкономить стоимость программы и сэкономить на стоимости комбикорма в том числе. Также есть у нас рекомендации по использованию на индейке. Рекомендации на первой фазе выращивания – это 1 кг на тонну комбикорма. Дальше на второй фазе мы также можем продолжить использование. И на финишных кормах мы можем использовать либо продукт Биострон Форте в той же самой дозировке, либо заменить на продукт Биострон 510. Все зависит от текущей ситуации в хозяйстве. И если у вас будут вопросы по получению более качественно разработанной дозировки и рекомендаций по применению, я рекомендую обращаться к специалистам компании Cargill либо к специалистам компании Delacon.
И, конечно же, всех вас интересует эффективность действия этого продукта и прибыльность. То есть на данном слайде вы можете увидеть, что среднее значение возврата инвестиций составляет 6 рублей на вложенный рубль. Это данные значительно отличаются в зависимости от тех опытов, которые мы проводили в отношении сравнения с кормовыми антибиотиками. Тут данные как раз чуть ниже в отношении исследований с другими альтернативными продуктами, тут данные получаются чуть выше. Поэтому средние данные составляют примерно 6 рублей на вложенный рубль. На этом я заканчиваю свою презентацию. Если у вас будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. И давайте тогда переходим на сессию вопросы-ответы. Спасибо за внимание. Илья, спасибо большое, очень интересно, содержательно. Я коротко напомню, что Илья является региональным техническим менеджером по России и Беларуси в компании Белакон. Илья имеет богатый технический опыт и ветеринарное образование. Теперь давайте перейдем к сессии вопросов и ответов. Позвольте мне пригласить Илью и Владимира. Также вкратце напомню, что вы можете задать свои вопросы в чат. Его можно вызвать в верхней панели, так и называется чат. Задавайте там любые вопросы, мы постараемся на все ответить. Прямо сейчас, если не успеем, то пришлем ответы на почту. Итак, Илья, Владимир, приветствую. У нас есть первый вопрос в чате от Елены. Мы сейчас... Да, я правильно понимаю, что ваш продукт может использоваться не только как замена антибиотиков против некротического энтерита, но и как замена лечебных препаратов или антибиотиков? Ну, давайте, наверное, я попробую ответить на этот вопрос. Хотелось бы, конечно, сказать «да», но, к сожалению, не всегда это соответствует реальности. Давайте тогда разбираться, какие конкретно лечебные препараты и антибиотики используются, для чего. То есть в данном случае мы говорим, что продукт работает большей части в просвете кишечника, то есть все основные ингредиенты работают именно там. То есть частично мы профилактируем, получается, развитие различных заболеваний, как вы уже убедились из презентации, это и кишечная палочка, различные виды сальмонелл и кластридии перфрингенс. К этому списку я бы еще добавил данные по кампилобактеру. Такие тоже данные есть. На них достаточно неплохо действуют коротко- и среднецепочечные жирные кислоты, но в достаточно высокой дозировке в том числе. То есть если мы говорим про эти виды возбудителей, то да, частично может продукт заменить использование терапевтических антибиотиков. Но терапевтические антибиотики лечебные большей части используются в том числе и для уже при наличии каких-либо клинических признаков, в том числе и респираторных заболеваний. Поэтому при даче терапевтических антибиотиков это уже случилось. И в частности, наше решение мы предлагаем именно как дополнительное в виде профилактики. И опять же, мы не защищены в этом случае от использования терапевтических антибиотиков на всякий случай. То есть в этом отношении нам очень сложно будет работать и противопоставить наше решение. Потому что если компании уже привыкли использовать в определенное время, в определенные критические даты выращивания те или иные терапевтические антибиотики, тогда это будет достаточно сложно. Вот. Но в любом случае, как вы уже убедились, продукт комплексный, имеет очень широкий спектр действия. По лабораторным испытаниям мы получили очень высокие результаты по действию на кластридию перфрингенс. Если мы сравниваем с кормовыми антибиотиками, этот комплексный продукт действует на уровне. И даже вы можете видеть, что иногда лучше, чем кормовые антибиотики. Спасибо, Илья, очень развернутый ответ. Вот, ну, плюс ко всему, практические опыты, которые представлялись, также показывают эффективность продукта. Просто действие продукта разностороннее и, скажем так, как необходимый помощник организму птицы, очень полезный. Но, опять же, как Илья сказал, не всегда может стопроцентно заменить лечебный или же терапевтический антибиотик.
Я вижу, в чате есть еще вопрос. Тимур, прочитай. Да, пожалуйста. Спасибо. Вопрос от ОС. Мы сейчас работаем с вашей добавкой Биостронг 510 на бройлерах. Если дополнительно ведем форты в корм, где уже есть Биостронг 510, не возникнет ли проблем на птице? Ну, наверное, и я тоже отвечу на этот вопрос. Это приятно слышать, что с нашими продуктами работает, и если работает, значит, видит от них эффект. Большое спасибо. Но в первую очередь хотелось бы сказать, что да, в составе продукта есть Biostronk Forte и часть продукта Biostronk 510, но хочу заметить один интересный факт, что дозировка, которую мы рекомендуем коммерческое использование 510-го, она идет для всех видов животных раз, для всех видов кормов это 150 грамм. Дозировка, если мы даже увеличим дозировку в два раза, никаких отрицательных эффектов точно не будет. Положительные эффекты, да, будут улучшение продуктивности. Объясню, с чем это связано. Если при производстве продукта и его тестировании мы отбирали различные дозировки, отбор дозировки и эффективности ее использования производили на основе расчетов инвестиций и возврата инвестиций, то есть сколько стоит продукт и сколько в результате уже по итогам в среднем компания получает от его использования. И максимальный эффект, максимальный возврат инвестиций, эта дозировка и бралась для того, чтобы его представить рынку. То есть 300-граммовая дозировка, к примеру, она идет к увеличению показателей продуктивности, в том числе и снижение коэффициента конверсии корма, но она немного уменьшает, получается, коэффициент возврата инвестиций. То есть, в принципе, если мы будем считать не на возврат инвестиций, а если мы будем считать на прибыль конечную, допустим, на выращивание одного цыпленка и на одного бройлера, то мы будем получать большую прибыль, но при этом возврат инвестиций будет чуть меньше. Вот это, в принципе, основной мой ответ. Никаких, повторюсь, негативных последствий здесь не будет. Хотя в практике мы встречали ситуации, когда с премиксом шел Biostronk 510 и сверху еще раз клали на небольшом заводе, опять же, Biostronk 510. На вопрос, зачем делаете, люди говорят, у нас трудности были со смешиванием, мы же говорим, вы же получаете с премиксом продукт. Говорит, на всякий случай, так как видим эффект от продукта, и кашу маслом не испортишь. Ну, понятно. Да, дозировка маленькая, 150 грамм, и поэтому не всегда есть возможность по гомогенному смешиванию. Поэтому это тоже одна из причин возможного увеличения дозировки в том числе. Спасибо, коллеги. Еще вопрос от Карины С. Добрый день. Если начать использовать форту уже сейчас совместно с кормовым антибиотиком, то какой эффект ожидать на птице? Ну, я бы сказал, спасибо за вопрос. Я бы сказал, что эффект будет выше, чем при использовании кормовых антибиотиков. Основная причина, почему я могу так заявлять, это разный механизм действия кормовой добавки и антибиотика. То есть у антибиотика, как вы знаете, основной механизм действия – это сдерживание роста Clostridia perfringens, в частности, что влияет в дальнейшем на продуктивные показатели. Это первый момент. А второй момент – это есть данные от улучшения также целостности кишечника в том числе. У нашей добавки есть еще неоспоримые преимущества перед кормовым антибиотиком. Это лучшая переваримость питательных веществ. Также дополнительное улучшение качества кишечника за счет бутиратов. И антимикробное свойство среднецепочечных жирных кислот. Все это в совокупности дает нам возможность говорить о том, что комбинация кормового антибиотика плюс Biostronk Forte будет давать более хороший качественный результат на улучшение продуктивности. Вопрос остается один. То есть мы и так не дешевую программу кормовых антибиотиков будем
увеличивать за счет стоимости программы биостронга форта. Вот это один единственный минус, который я вижу. Но опять же, этот минус мы можем превратить и в плюс. Как я вам уже сказал, что у нас есть данные матричные по переваримости. Тем самым нам, у нас есть возможность использовать матричные значения, тем самым снизить себестоимость основного рациона. За счет этого, этих манипуляций мы можем снизить стоимость программы, и в целом я бы не сказал, что мы можем полностью ее компенсировать, но достаточно большой процент компенсации вы можете получить при использовании матричных значений. Спасибо. Спасибо, Илья. У нас есть еще комментарии от Петракова Константина. Очень большая конверсия в ваших опытах, 1.76. Такое уже трудно найти. Илья, прокомментируешь? Да, я прокомментирую. То есть опыты были, как я уже говорил, повторюсь, они в достаточно сложных условиях выращивания были на повторное использование подстилки. То есть основные проблемы, которые они до этого видели, без опять же, использования, использован был кормовой антибиотик для контроля кластридиоза, в том числе, и я думаю, что и коксидиоз тоже там был. И за счет этого, соответственно, была достаточно высокая конверсия. Плюс по самим рецептам, то есть нужно смотреть по плотности тех же самых рецептов, скорее всего, использовались достаточно дешевые рационы. За счет этого тоже была высокая конверсия достаточно. То есть, но основной вывод из этих опытов – это то, что действительно в сложных условиях по сравнению с использованием кормовых антибиотиков продукт себя хорошо зарекомендовал. То есть тут, опять же, зависит от целей компании. То есть если у компании есть возможность и цель сэкономить на выращивании, то есть и то же самое – та же самая конверсия 1.76 для них, ну, приемлемая считается. Они считают экономику, находят ее более интересной использовать именно такой рацион при такой системе выращивания. Почему бы и нет? То есть ищут какие-то другие готовые решения. Спасибо. Еще у нас вопрос есть от Мираторг BRN. Добрый день. В России опыты были? Какие результаты? Давайте так, чтобы никого не вводить в заблуждение, то есть продукт для России достаточно новый, но мы уже успели попробовать этот продукт на нескольких предприятиях. В частности, больше интерес проявили компании, которые производят родительское поголовье. И в сравнении с различных программ мы получили очень хорошие результаты. То есть без использования кормовых антибиотиков, соответственно, вы все понимаете. То есть у нас есть аудитория, это родительское поголовье, это промышленная несушка. Как вариант, у нас есть возможность использовать продукты без периода выведения. Абсолютно без периода выведения, поэтому мы также можем предложить это решение и на финиш 1, и на финиш 2 при отсутствии использования кормовых антибиотиков. Поэтому вот данные пока такие со своей стороны. И вот как раз у нас появился вопрос в чате касательно возможности использования на родительском поголовье. И отчасти Илья ответил на этот вопрос о том, что да, можно, спокойно использует и видит эффект. Мираторг BRN благодарит вас за ответ. Я тоже. Спасибо. Еще у нас есть вопрос опять от ОС. Какие преимущества в сравнении с пробиотиками? Давайте посмотрим более широко на этот вопрос. Потому что, ну, пробиотики, они, во-первых, очень, скажем так, представлены различными группами, то есть в зависимости от видов пробиотиков, это там лакто, бифида, бацилли суис, даже и пробиотики есть и дрожжевых компонентов и так далее. К сожалению, не знаю, с каким именно пробиотиком связан вопрос, но я скажу так, что пробиотики,
также, в принципе, как и кормовые антибиотики, имеют достаточно узкий специфический механизм действия. То есть это стабилизация микрофлоры кишечника, первый момент. Второй момент – это частично, возможно, и есть данные о том, что также целостность кишечника будет улучшена, но не более того. Это первый момент. Второй момент – то, что пробиотики дают примерно, зависит, опять же, от какой пробиотик назначают и используют. Их дают, в принципе, от начала и до конца могут давать, потому что при отмене того или иного пробиотика эффект действия пробиотика может потеряться и исчезнуть. То есть зависит от пробиотика. Повторюсь, то есть есть пробиотики, которые в самом начале периода выращивания, то есть заселяют дизайн микробиомы кишечника и тем самым получают достаточно хорошие результаты. Есть пробиотики, которые дают на постоянной основе. При отмене этого пробиотика может быть такой эффект, как снижение продуктивности. В нашем случае, еще раз повторюсь, очень комплексный механизм действия, достаточно хороший синергетический эффект от этого достигнут. И, в принципе, все основные механизмы развития патогенной бактерии мы этими механизмами закрываем. Поэтому в сравнении с пробиотиками, я бы сказал, что у нас есть определенные преимущества при использовании. Опять же, мы можем использовать на каких-то отдельных рецептах кормов, где возникают определенные сложности и так далее. То есть очень много возможностей. За консультацию вы можете обращаться либо ко мне в компанию Delacon, либо в компанию Cargill. То есть мы поможем составить рекомендации и, соответственно, при возникновении вопросов всегда будем рады на них ответить. Спасибо, Илья. У нас есть еще вопрос от Сергея. В чем принципиальное отличие Biostrong 510 и Biostrong Forte? Biostrong 510 мы рекомендуем для только улучшения переваримости. Основная идея этого продукта – это улучшить показатели. Первое, на что он влияет, это улучшение среднесуточного привеса за счет лучшей конверсии, снижения конверсии корма и небольшое увеличение сохранности, то есть буквально там на 1%. Опять же, все зависит от текущей ситуации, это средние данные. Вот. Переваримость и конверсия. То есть вот на что мы ориентируемся, если мы рекомендуем Biostrong 510. Biostrong Forte имеет более широкий спектр действия. Основная его направленность – это в первую очередь как альтернатива кормовым антибиотикам. Второе, это то, что мы его можем рекомендовать точно так же, как Biostrong 510 при использовании матричных значений для снижения себестоимости. И третье, конечно же, целостность кишечника, контроль развития патогенной бактерии и снижение выделения аммиака, более качественная подстилка, все это тоже присутствует в механизме действия Biostrong Forte. Спасибо большое, Илья. У нас последний вопрос. Я еще раз напоминаю, коллеги, наши участники, не стесняйтесь задавать вопросы в чат, мы на все ответим, все, что успеем сейчас, то, что не успеем, ответим на почту. У нас еще один вопрос в чате. Добрый день. Можно ли проследить корректность закладки вашего компонента в Premix? Можно. Но почему я так тяжело вздохнул? Дело в том, что основная проблема, с которой мы сталкиваемся, это невозможность отправить что-либо, какие-то пробы в лабораторию, в нашу или в европейскую лабораторию. Основная проблема заключается в том, что не все лаборатории, и можно сказать практически 90% лабораторий не могут сделать этот анализ. То есть так как компания более 30 лет занимается этим направлением, то есть у нас есть определенные экспертизы. Также есть в Европе две лаборатории, которые могут отследить основные компоненты наших продуктов в сырье.
первый момент. Второй момент это связан с тем, что в принципе, если мы говорим про BioStrong 510, например, там при введении его в дозировке 150 грамм присутствует слабый запах определенного продукта, то есть этих эфирных масел. То есть это, ну, можно сказать, как бы побочное действие, в принципе, поэтому тоже можно понимать, есть ли этот продукт в том или ином рецепте или нет. Опять же, повторюсь, это очень слабый запах. Но основная проблема заключается именно в этом. То есть в России, к сожалению, у нас мы можем только отследить, к примеру, по отдельным ингредиентам, что не дает нам в целом понимать, сколько процент воды, какого продукта и разбить его на составляющие. Поэтому в этом есть определенная сложность. Хотя, повторюсь, если будет возможность отправить в какие-либо лаборатории в Европу, в том числе и в нашу, то есть это может быть обезличенные, как вы знаете, пробы, мы можем это отследить и дать определенное заключение, сколько процент нормы ввода, какие ингредиенты и так далее. Это можно сделать. Спасибо большое, Илья. У нас закончились вопросы в чате. Я еще раз напомню, что сейчас нам уже нужно заканчивать, то есть времени у нас нет, но в конце вебинара вы увидите слайд с имейлом, на который вы можете присылать свои вопросы, если у вас они возникнут позже. Мы на них ответим в ближайшее время, соответственно. А сейчас, Илья, Владимир, наверное, заключительное слово вам. Позволите, я скажу пару слов. Ситуация такова, что кормовые антибиотики рано или поздно будут запрещаться, это факт. И уже сейчас мы имеем определенные альтернативы, которые себя проявляют очень хорошо. Речь в первую очередь идет именно об именно кормовых антибиотиках, не лечебных. Вот. Но те альтернативы, которые у нас сейчас присутствуют, отчасти может стимулировать птицу не только в отношении кластридии перфрингенс, ну не только стимулировать бороться, но и в отношении других патогенов. Илья. Спасибо, Володь. В принципе, дополнить нечем. Единственное, что я хотел бы сказать о себе, мы понимаем, что использование кормовых антибиотиков компаниями-производителями будет, ну, практически до самого конца, до анонса о их запрете, и, возможно, даже чуть дальше. Но повторюсь, то есть у нас есть определенное решение, которое мы считаем, и наши дистрибьюторы, и наши партнеры, которые уже протестировали это решение на разных рынках, говорят о том, что это решение лучшее, что они когда-либо тестировали. Достаточно эффективно и по стоимости программы, и по эффекту, который они от этого получили. Поэтому наша рекомендация попробовать это альтернативную программу по замене кормовых антибиотиков, чтобы в дальнейшем уже знать, что вы будете использовать, быть готовым к этому переходу, самое главное, и также у нас есть определенные ниши, где мы можем рекомендовать использовать антибиотик-фри программу, в том числе и BioStrong Forte. Это те же самые экспортные какие-то партии без выращивания антибиотиков, родительские поголовье, промышленная несушка в определенные критические моменты, вот, финиш выращивания бройлеров, если это необходимо. Поэтому возьмите на вооружение информацию об этом продукте. Если у вас будет интерес попробовать, пожалуйста, мы с удовольствием предоставим эту возможность. У меня все. Спасибо вам большое за участие и за ваше время. Я думаю, в продолжение слов Ильи, я думаю, что кто-то может попробовать препарат уже на фоне того или иного средства, используемого против некротического энтерита в корме, просто сверху. Это наиболее очевидное развитие сценария, чтобы просто посмотреть, а что будет, если их вместе положить. Как вариант, да. Да. Хорошо, Илья, Владимир, спасибо большое вам. Очень интересные презентации. Спасибо, что пришли. Спасибо за информацию, которую вы поделились. Также от имени команд Delacon и Cargill, и еще раз от имени наших докладчиков, позвольте мне поблагодарить всех гостей, которые с нами провели это утро. Я надеюсь, что информация, которую мы с вами поделились, была для вас интересна. Мы сейчас будем заканчивать. Вы также увидите небольшой опрос после завершения и слайд
с электронной почтой, на которую вы можете присылать свои вопросы, если у вас они возникнут. Еще раз всем спасибо и всего доброго, берегите себя. Всех благ.